Для младших деток дошкольного и младшего школьного возраста это выгодно родителям узнать, к чему у него предрасположенности, и направить его немножко. В любом случае это носит лишь рекомендательный характер, да? Вот, и направить его в это русло. Для средних и старших классов это профориентация, выбор профессии, выбор учебного заведения. Думаю, что такая методика будет интересна многим родителям. И если действительно они будут ребенку помогать в развитии в нужном направлении, то у них все получится. Не только в спорте, но и в карьере. Стать успешным человеком – это главное. Каждый родитель мечтает об этом. Для руководителей предприятий удобно это тем, что у себя на рабочем месте каждый руководитель может узнать, насколько его менеджер находится на том месте, на котором он находится. Может быть, он гораздо лучше был бы аналитиком или маркетологом, нежели менеджером или администратором. Практически все новое, но оказывается, я правильно выбрала профессию, вот, что радует. Вот, у меня развита способность к менеджменту, к управлению, к социальным дисциплинам. То есть то, что действительно надо, это радует.